Жильцы дома номер 5 в проезде под станцией начали строительство хозяйственного блока, причем с нарушениями правил благоустройства. На газоне развернули склад строительных материалов. Сотрудники управления муниципального контроля приняли меры. По данному факту нарушений проведена профилактическая беседа с жителями о категорическом запрете что-либо складировать на муниципальной территории, составлен протокол и передан на рассмотрение в административную комиссию. За нарушение анапчане заплатят штраф и наверняка проведут генеральную уборку на газоне и тротуаре. Захламлять мусором территорию общего пользования в то время, как весь город готовится к праздникам и приезду гостей, опрометчиво. К тому же игнорировать требования навести порядок довольно накладно. Сумма повторного штрафа увеличивается в разы.